Да он если сдохнет, мы его за руки, за ноги, можно метеорит кидать. Но он все равно тупо не прожмет, что... Все, поехал. Я босса держу. Чем быстрее сливается трэш, тем меньше урона по рейду. Так что этот. Чем быстрее вы дамажите и больше, тем легче всему рейду. Я походу хуёво делал, было меня добавлять в рейд. Вы уже начали, да? Да. Так, тогда я сразу составлю чё. Чё, первого забирать или второго? Второго. Драга опять пыль. Да. Замедление каста висит, висит, все вижу. Шторм 6 Шторм. Секунд. Бежали. А мне слышно вообще? Да. Чё, ору, ору, шторм, нихуя. Не, ну тогда не было. Добейте большого возле портала. Вот да. Шторм есть. Шторм 6 секунд. Обратно. Подводи к портал. РДД, сейчас переключитесь по мобу возле портала.
Шторм 10. Все, у меня трэш сливается. Че, веди под портал. РБД, подойдите, подомажьте. Пашку прохилите там. Где он? Шторм 10 секунд. Шторм 4 секунды. 5 секунд, что? Все сейчас будет. Да. Тебя пизди ДБМ. Этот да, предыдущий был нормальный. Ну, типа активнее трэш, последний портал остался. Дайте рестру шаману маны. Им на ману отдайте. И нора раскиньте по хилам. Давай еще 5 стаков. Рейндж наберите. Сейчас будет шторм. Скоро. И РДД в это же время подбиваете этих. Вот этого большого заливаете возле портала. Торм 7 секунд. Спасибо. Все, порталы закрыли, разбежали, стали по своим меткам. Готовьтесь прожимать кнопку. Прожали кнопку. Сейчас первый каст лучей. Лучи. Стоимся в метках. Метки. Сейчас дебафы на вас должны быть. Выносите на край. Метеоры. Сейчас закрываем метеоры ближайшие. Рахил. Сейчас лучи будут следующие. Лучи. Сейчас метки, метки. Выносим на край. На ком дебафы. Скажешь, когда таунтить? Таунти. Метеоры, закрываем метеоры. Квадрат, вы тут, блядь, ебашите друг друга. Все, метки обратно стали. На ком дебафы есть, я не вижу. Мастер аур давай. На Эрнесте. Дебаф снимай. Лучи сейчас будут следующие. Прохил рейд. Заберите ауру. Лучи.
метки. Метеоры закрываем. Рахил. Тос метеор закрытие. Рахильте танк. Лучи. Забираю. Аура от огня, возьмите палы. Где аура, блять, от огня? А кто тебя возьмет? Никто не возьмет метеоры. Че, я один живой? Где таунты, Артемия? Инвестор. Гримперсик меня поднимай. Пока тут Фанзера. Ганвеста кого? Ганвеста поднимай, Эрнест. Вот куда ты, блядь, бэришь? Ты дебил. Ты в метке должен стоять на тот момент, когда идут к боссу, это хуетень. Прохил. Вот, сколько людей дебафы схватили. Народ, дебаф. Лужи, которые идут, блядь, от краев к боссу, они вешают на вас дебаф. Если вы эту лужу ловите, значит, блядь, вы сдохли. Нахуя вы тут стоите? Вы после метеоров должны стоять в своих метках. Как только метеоры прошли, вы должны сразу стоять в своих метках. Вот что там шипе, блядь, приз делать, Мозер, вот что ты там делаешь? Должен стоять в метке, блядь. В смысле? Я вынес метку, все нормально. Лучей не было. До лучей подбежал. Вот я сейчас поймал. Выносите подальше. Вот что это за метки? Вот посмотрите вокруг, блядь. Стоит, блядь, череп, блядь. Стоит, блядь, крест. Стоит луна, блядь. Куда надо выносить эту всю хуйню? Хилы вообще, блядь, просто стоят в метках, блядь, только дебаф выносят и обратно сбегаются, дальше стоят в метках, хилят, блядь. Я не знаю, как вы ловите там дебаф вообще. Вам главное не ловить, блядь, дебаф, которые идут, блядь, вот эти лужи с краев, которые идут, блядь, к боссу. Вам не надо под них попасть, когда они идут. Одна лужа была прям в ромбике разлита. Ну, там поймали. Да. Ну, кто-то не выносит дебаф, значит. А колоссальная импозия — это что, падение метеора, да? Это если, блядь, метеор не закрывается. Это тоже вайп. Если метеор не закрывается. Не знаю, я, короче, один встал, 36 скаут ударил. По одной цели бьет метеором. Мне на 44 бьет. Да, огненный шар, это босс. Где таунты от танков? Вы можете посмотреть за своими дебафами? Почему на мне 14, на вас 0? Вам просто надо, блядь, таунтить. У вас откатило, все. Дебаф спал, вы сразу нажимаете таунт. Поднимайте. Что за БР? БРы только могут даваться в метку. То есть вы можете, блядь, если вы в ромбике стоите, вам оно дать БР по человеку, который лежит в черепе, блядь. Вы подбегаете, становитесь в квадрат и даете БР. Метки это, блядь, метки это сейф-зоны, блядь. Где нихуя не убьет. От слова совсем. Такой вопрос, вот эту лужу, ее типа рейндж обязательно далеко, или главное, чтобы она через метки не проходила? Ее обязательно далеко? Чтобы даже когда, блядь, будут метеориты перед этими, перед лужами, когда они будут идти к боссу, чтобы человек, который закрывает метеорит, не словил дебаф. Почему я и поставил метки, блядь, куда надо выносить дебаф? Потому что метеор может даться, блядь, там, где не надо. Грубо говоря, возле этих луж. Если они будут лужи хуёво вынесены, будет печально. Пока все лужи не станут выносить, все будет печально. Не, ну один-то дебаф видно по-любому, что вокруг тебя крутится же под ноги. Ну это дикая тварь. Оно не сильно болезненно. Оно не вайпает рейд, нихуя не убивает людей. В смысле?
Тут и метеориты не закрываются нихуя. Даже те, которые, блядь, впритык метки нахуй кидаются. Пацаны просто стоят в метке и смотрят, блядь, как рядом в метеорите один пацан стоит. Все должны бегать по метеоритам. То есть метеорит закрывается минимум... Стоять по хилик там отчасти, но, блядь, все остальные должны бегать по метеоритам. И танки, и ДД, и милики, блядь, и РДД, все. Ну, минимум два в каждый надо зайти. Минимум каждый метеорит два человека надо. Это минимум, самый минимум, что может быть. По второй фазе, вторая фаза легкая, блядь. Просто бросить дебаф, бегать, закрывать метеориты. Все, что требуется. Плюс на лучах стоять в метке. Нет, там еще. Сейчас они все рубятся, подожди. Там еще получается, когда вот этот дебаф выносит на край платформы, там вагон еще наступить. Надо, а то дебаф получаешь и дешот. Ну, это нормально. Сейчас пацаны вырвутся все. Плохой микрофон очень. Бафы дайте. Всего-то 50% есть, не стена. Что? А следующая фаза на 50%, по-моему. 51%. Этот. Очень акцент. Паладины, можете баблами заявить. Роха, кошем. Маги, глыба, кресты тучкой, блять, под коллапс прожимаются. Варыши, лэшку под коллапс юзают. Вот когда идет коллапс, вот этот большой взрыв от луж, да? Желательно всему рейду отдать свои дефы. То есть, у кого какие дефы есть, все отдают дефы. Чтоб по вам меньше урона зашло. У нас нету протопаладина. Протопаладин бы спасал спокойно нескольких человек. Ну, блядь, без этого, типа, можно пройти спокойно. Массакры нету, но у нас зато мастер аура есть 4 штуки. По этому, под коллапс юзайте мастер аура. Как называется дебаф, который выносит? Взрывоопасный пламень. У тебя декарты 4 есть. Мозер, линкани все. Это, слышь, Карина, а собаку привязать надо или что? Ну, лучи не шотают, на коллапс лазит. Она сдохла, блядь, 3 раза на этом пуле. Ну, ты на, до этого, до второй фазы ее вообще не вызывай, на второй фазе вызови, и потом на коллапс просто к себе. На второй фазе привязать ее, да? Дикое пламя тоже выносит? Что еще раз? Вон, дикое пламя, он линканул еще, тоже выносит? Ну, дикое пламя — это уешка, которая дамажит и передается другому человеку, если он возле вас находится. Вы просто в сторону можете выйти, там, назад, вперед, блядь, в сторону. Выйти, подождать, пока она там 5 секунд протикает, и обратно вернуться. Это, ну, не надо ее выносить на край. Просто в любую сторону, где, блядь, нету никого, просто вынесли и все. Ну, как сейчас в квадрате, кто-то один не вынес, и весь квадрат был в этой хуйне. Вот, даже если вы увидели, что лужа есть там, блядь, в метке, лужа есть в метке, да, то вы просто зайдите за метку, назад немножко отступите, чтобы не ловить эту лужу. Даю проверку. Бля, что-то у меня ТМВ не показывает, сука. Хотя я вчера забивал. Все готовы, сейчас за... Просто поставьте себе ДБМ. Так. Да он ставит ничего не она. От Санвелла, который в Дискорде скинул. Да, он ставит. Посмотри, включена ли у тебя Джайна в ДБМ. Она такой сейчас... Как этот дебаф называется, Мозер, который вешается от лужи? Что-то там увеличивает сейчас.
Сейчас покажу, чтобы я видел на рейде. Я его вижу на рейде. Сейчас скажу. Да, она все в галочке. Отложи дебаф вниз. Который 50% увеличил. Горящая земля. Сейчас запускаю бас. Против купить. Короче, получается, дикое пламя просто в сторону, а взрывоопасный пламень, который вокруг тебя огонь такой, его на край нести надо. Там, где метки стоят на краях, туда. И с этими еще... обоими метками нельзя метеоры закрывать, да? Он увеличивает урон в два раза по тебе. Ну, то есть нельзя с этими двумя метками закрывать метеоры те. Нет, ты вынес метку, потом только даются метеоры, и тогда уже бежишь закрывать метеоры. Там все по очереди, так что, блядь, ты везде успеешь. И вилку съесть. Да. И еще проблема есть, что Т4 прожимка на рейд не дастся, потому что нужны стаки от рунического удара. Можешь подбегать танком Джайну во второй фазе. Типа тебя убивать не должно. Милики ж подбегают дамажить Джайну. Ты тоже подбегай. Второго, да, блядь? Да. Торм 5 секунд. Мы сбежали. Ты там там дальше ходи, собирай стаки. Ребятам силим на дома. Все, обратно сбежались. Бейте бомбы большого озера. Все, обратно отбежались.
Идите аккуратно. Не убейте его. Иди под... РДД переключились, убили. Шторм есть. Шторм. Бежались. Веди под портал РДД, подойдите там, добьете порталом. Женуэн, подними лока. Торм. 5 секунд. Бежали все обратно. Мелики там таунтик. Хил. Бафы полок. С Артемии потаунтите мелики мелких. Набирать. Иду закрою. Иди под портал РДД, давайте добивайте. Там, если что, стаки сбрасываются этими бобами, бабы. Кашку похитить. Тимию похитить. Тимию похитить. Блять, вы нормально? Где, блять, прохил? Ложить. Где прохил? Надо, короче, перебегать, когда на другой портал. Потому что хилы там стоят на месте и не бегают за танком. Танки подалеку убили. Прохилили, блять. В тьме посередине стоит. У меня было 4 сокрушителя. Ну, где урон по, блядь, большим мобам? РДД зон. Надо, чтоб напуливали, там с агро проблема немножко. Ну, это как раз получается, через одного сливать можно, первого, третьего, пятого. Не, потом они часто появляются. Рыба стоит.
Короче, когда два портала закроем, давай перебежим всей толпой в ромбик. Чтоб паладинов встали и здесь трех танков перелили. Точка. А то я смотрю, Денчик бежит за АДКшкой. На бегу не может. Пока тут, тут? Вот туалет. Там бьет. Короче, два портала закрываем. И из печеньки все в ромбик перебегаем, всей пати, всем рейдом. И уже здесь стоим. Чтоб поле паладина спокойно танков не бегает. Все, бафы дайте, даю проверку. Получается, на переходе ко вторую фазу. На вторую фазу сначала ждать первого каста луча, а потом перебегать в свои метки. В смысле? Зачем? Там будет время. На фазе. Когда все четыре портала закроются, у тебя есть время, чтобы встать в свои метки. Ладно. Встаешь в свои метки, добиваешь мелких и жмешь потом кнопочку. Можешь не добивать. А, да, точно. Старый, когда два портала закроют, перескомандуй, чтобы все перебежали. Угу. Еще раз даю. Никитос больших на Артемии напуливаю. И трудно. Я вообще нихуя не делаю, я только бью вот этих больших и напуливаю. Все, понял. Япончик же, ну он был. Еще раз даю. Япончик здесь. Да-да-да-да-да! Здесь. Говорю же, отойду на секундочку. Там Женек на локе сидит, чего не хочет зайти? Хуй его знает. Это что за хер? Ну, Джайну сорвал. Нахуя он её бил? Да, блядь, я думал, моба бью. Имперск подниму. Шторм, где 5 секунд.
РДД, переключитесь. Шторм, шторм. Жаль. Притормозите маленько. АОЕ стопните. Да там три стака. РДД добивать. В какую сторону все подбежали? В ромбик. Сейчас большого одного забери, собери сверху, который лежит. Что? 10 секунд, шторм. Обратно сбежали. Давай забивать. Шторм. Шторм. А, нет, еще чуть позже. Обратно сбежались. Давай активнее. Подводи портал РДД убивай. Все остальные рэншны. Шторм. Все по меткам побежались. Готовимся, кнопку прожим. Так,
Прожали кнопку. У меня кнопка не появилась. Этот, Тиме, подними кран. Луче. Метки. Локи, адмирал, ман, рога. Ты где? Теора. Я в квадратике. Хил. Луче. Метка должна стоять на лучах. Не конвестный блокатор. Даркис, Локи, Дэнч. Лекатан. Я прям в квадратике лежу. Справа. Справа кадр в печеньке. Вот все идут по меткам. Далее. Че вы тут бегаете? Вот Пухан, что тут делает? Метки должен. Так, надо ж на творон добав. Дайте этот мастер аур. Пару человек дохнет. Хил. Лучи сейчас будут. Друиды, если есть БР, отдайте БР. Сапиусы. Не лучи. Метки выносят. Эрнест, Артемия, Мозер. Баф повару дать. Рип. Метеоры закрываю. Хил. Опять же на форму с дебафом. Лучи. Метки. Вынесли метки. Пока тут все выносили. Метеоры закрываем. Метеор дальний закройте, демон. Ты серьезно? Нет, демон, что? Мне чтоб, блядь, метеор закрыть, он бежит, блядь. Сейчас будет мать, больно. На огонь дайте. Стоим все метки. Вынесем. Метеоры закрыли. Похил. Хилы тоже бегаем закрывать метеоры. Лучи сейчас будут. 10 так. Метки. Опять метеор не закрыли. Вот чё ты тут стоишь, Элестер Друид? Слева метеор закрыть, сука, не могу. Все бегают. Все. Ложимся. Ну что, сдохли. Да, блядь, метеора два штуки не закрыли. Вот я и потом. Демон бежит нас... в метку. Приоритет нас... это метеор закрыть, демон в метку бежит. Хули. У нас милики что, вообще босса не бьют? Бьют милики босса, почему не бьют? Вот этот огонек, да, который на земле остается, он из-за невынесенных меток, я так понял. Ну или из-за вынесенных меток. Да, нет. Это лук развивается, это невынесенные меток. Просто, блядь, вечно кто-то, нахуй, в ебаную метку, блядь, эту лужу разливает. Какой ебучую метку? Ну, у меня в кругляшке, блядь, пару раз она была. На стриме можно будет посмотреть, все будет видно. Заебала эта хуйня. И вот так мы... Вот так до 50. Джиноэн, ты, сука, в метке стоять не можешь, или что? Ты за хер, блядь? Вы, блядь, метки стоите? Он метку выносил, возвращался к звезде и сдох от луча.
Там тайминги такие, что, блядь, ты метку выносишь, и у тебя есть время вернуться обратно в метку. Тысячу раз уже был на этом боссе. Все тайминги конкретные. Лучи, потом, блядь, метки вынес, потом метеоры закрыл, потом вернулся в метку, опять лучи. Женуэн, бежи и резай. А вот эта фигня, которая заразная, она вешает дебаф на уязвимость к огню? Нет. А почему меня закрыл под боссом метку, мне метеор на 50к ударил? Потому что другой метеор не закрыл, и на весь рейд набросилась дебаф на 25%. Там, если хотя бы один не закрытый, то тебя может шотнуть вообще, блядь, в противоположной стороне. Есть джи, сука, поставьте джи. У меня КД еще полчаса. Посмотри, только меня метеором одного убило. Глазки зашел, да ну нахуй. Ебануться. А до скольки процентов подавили? Мало. Вы не смотрите на процентаж, процентаж похуй. Типа от слова совсем. Прикольная фаза будет сейчас, бегать. Сейчас главное научиться вот эту хуйню все исполнять, чтобы все рубились и нормально это исполняли что в будущем. Метку вынести сложно. Ну, блядь, и как видишь, в смысле, сложно получается, если, блядь, не все понимают, как это делается. Чтобы научиться, блин, на второй фазе мы хотя бы должны доводить нормально, без вайпов, второй фазы. А то у нас то лок срывает и умирает от Джайна, то еще какая-нибудь хуйня. Да, лок это вообще фиаско. Там раскол души не помогает, или что? Больше будем тратить вторую фазу, быстрее научимся. Хули тут блин, если отдохну, значит, есть чему еще учиться? Конечно, есть чему учиться, тут надо минимум еще пару дней. Метки учиться. Конечно, надо ходить, дрочить. Мы еще на личе-то нормально, блядь, бить не научились. Блядь, это босс тупо на тактику. Тут не важен ваш ДПС от слова совсем. Единственное, где может быть важен ДПС, это, блядь, после первого купола. Все. Там похуй. Лёх. Очень важен. А у тебя какого-нибудь твина кота нету? Типа первая, вторая. Это первая хуйня, вторая тоже хуйня. Третья пиздец до пояса. Да, блядь, тут в основном одна РДД зона. Ты шутишь, блядь. Похуй. Тут с миликов, блядь. Раз, два, три, четыре человека миликов. Все остальное РДД. Я и смотрю, типа, РДД миликов нету в этой мили-зоне. Типа, я смотрю, там один чел стоит, подбегаю из РДД и закрываю в мили. Поэтому я спрашиваю, милики вообще бьют босса, нет? Слышь? Алло? Что? У меня пинг 1000 с хуми, вообще чего-то, блядь, да 5000 пинг. Подлилогность. У меня все на месте бегают. И ты лагаешь вообще. И ты лагаешь. Я лагаю тоже. Если ты в лужу наступил, наверное, нельзя закрывать. Блядь.